Легендарная личность и настоящий офицер. Сегодня в Санкт-Петербурге простились с ветераном уголовного розыска, доктором юридических наук Виктором Михайловичем Егоршиным. Коренной ленинградец, всю жизнь он посвятил службе. Прошел длинный путь от простого инспектора до начальника уголовного розыска краснознаменной ленинградской милиции. Несмотря на плотную занятость, Виктор Михайлович всегда оказывал практическую помощь главному следственному управлению СК России по Санкт-Петербургу. Консультировал молодых следователей. Автор более 60 научных работ, он активно поддерживал и ведомственную академию в северной столице. Читал лекции, делился интересными научными исследованиями. Став профессором образовательного учреждения, Виктор Михайлович продолжил учить студентов не только основам профессии, но и главным человеческим принципам – доброте, неравнодушию, отзывчивости и патриотизму. Виктор Михайлович внес вклад в развитие Академии Следственного комитета. Стал профессором Академии, имея в виду воссоздание кафедры оперативной разыскной работы в нашем учебном заведении. И я думаю, что наша Академия завершит эту работу. Кафедра будет создана, и я думаю, что есть все основания присвоить этой кафедре Академии Следственного комитета имени Виктора Михайловича. Он был хороший друг, товарищ. Память о нем, как о светлом человеке, о настоящем мужчине, настоящем офицере, навсегда сохранится в наших сердцах.